Сочи примет 6 матчей чемпионата мира по футболу. На стадионе Фишт 18 июня сыграет и сборная Бельгии. Она сразится с Панамой. Как будет организована в Сочи встреча и пребывание официальной делегации Бельгии, сборной по футболу и болельщиков из королевства? Эти вопросы посол Бельгии Жан-Артур Режебо адресовал главе Сочи Анатолию Пахомову. Его интересовали вопросы безопасности, нюансы работы в Сочи бельгийской прессы, регистрации иностранцев по месту пребывания. Анатолий Пахомов заверил, у Сочи накоплен огромный опыт организации крупных мероприятий, поэтому волноваться бельгийцам не стоит. В свою очередь посол поблагодарил Сочи за теплый прием и выразил уверенность, что чемпионат здесь пройдет на высшем уровне. Хочу отметить очень серьезный подход со стороны Сочи в плане организации чемпионата мира. Для Бельгии Россия не очень известная страна, но здесь будет во время соревнований много наших журналистов. Бельгийцы будут смотреть матчи и по телевизору, и все узнают, насколько Сочи красивый город. Я лично здесь в первый раз, но уже точно знаю, что обязательно сюда вернусь. Добавлю, что бельгийская делегация посещает все российские города, в которых сборная королевства проведет свои матчи в рамках Мундиаля.